концепция, она во главу угла этой концепции должно быть как бы развитие и укрепление любого государства. Если в отношении Абхазии речь идет, то, естественно, эта концепция, она должна укрепить наши позиции. И мне кажется, когда мы вкладываем определенные пункты, это не означает, что мы сегодня же, завтра же там, или там, послезавтра быстро рынулись все это реализовывать. Должно быть какое-то поле маневра, но есть определенные границы, в которые мы себя включили. И эти границы не предусматривают какие-то шарахания там влево, вправо, вхождение там в какое-то государство, там, я не знаю, развал этого абхазской государственности и так далее. Эта концепция, она рассчитана на развитие абхазского государства. И все, что там прописано, там, будь то Россия, будь то Турция, будь то Грузия, отношения с Грузией и так далее, это опять же исходя из интересов абхазского государства. Мне кажется, в любом случае, там, Грузия, да, мы говорим сегодня там о грузинском законе об оккупированных территориях. Они действуют исходя из своих интересов. Их риторика – это исходя из их интересов. Мы должны всегда тоже думать, исходя из наших интересов. Мы когда говорим, там, что мы не будем разговаривать с Грузией, мы там не будем там, как бы торговать с Грузией. Слушайте, речь... Понятно, что мы и разговариваем, и торгуем, и лечимся, и все что угодно. Да? То есть мы создаем две параллельные реальности. Одна там обычная реальность, где кривая реальность, где и Цицагуан, все это происходит. А другая реальность – это вот политический момент, где мы все время пытаемся выяснять отношения между собой, в зависимости от кто в власти, кто в оппозиции. Мне кажется, вот этот фактор мы должны, в общем-то, свести к тому, к той ситуации, которая была там послевоенные годы, когда вот была вот конструкция жестко выстроена, и где все детали, которые происходили, будто связанные с геноцидом, будто связанные с переговорным процессом и так далее, отношением с Россией, там, со всеми остальными, они были как-то все в определенной мозаике цветовой. А сейчас у нас как бы мы об одном говорим, мы говорим о том, что у нас как бы мы с одной стороны осуждаем и правильно делаем, что осуждаем закон об оккупированных территориях, и при этом мы говорим, отрицаем, мы в общем-то как бы и при этом говорим, что мы не будем ставить там таможни, да, то есть... Слушайте, мы можем подставить таможню ту же и свои правила, какие товары мы ввозим. Мы можем сказать, грузинские товары мы сюда не ввозим, мы привозим только вот эти транзитные. Все, что угодно мы можем. Да, да. Но мы при этом, как бы отрицая полностью, мы лишаем себя, с одной стороны, во-первых, маневра лишаем. Во-вторых, мы, собственно, и соглашаемся с этой концепцией об оккупированных территориях, где Абхазия – это экономическое, политическое и так далее пространство Грузии. Вы об этом тоже не забывайте. И я к чему это говорю? Мы можем о чем угодно спорить, но любой спор, он, и любая концепция, любой спор, он должен как бы с аргументами, с цифрами, о том будет вот любое решение, которое там обсуждается и так далее, оно должно как бы просматриваться, что будет через год, через 10, через 20 лет. И будет ли это способствовать процветанию Абхазии или наоборот ухудшит ее позиции.